В Якутске прошел главный экологический праздник этого лета. Его приурочили к Дню экологов России и Всемирному дню охраны окружающей среды. На площади Орджоникидзе жители и гости столицы смогли насладиться концертом и многообразием экологических мероприятий. Это выставка экоплакатов и туристских экологических троп, живой уголок для детей, ярмарка растений и акции по сбору отработанных батареек и ртутных ламп. Помимо этого, инспекторы Минприроды провели для горожан консультации по экологической безопасности, сохранению охотничьих ресурсов и пользованию водными объектами. Они могут тоже свои права, какие у них есть права, допустим, по водным отношениям. Не каждый гражданин знает, что он имеет право подойти к любому водному объекту, и никто ему не запрещает пользоваться водным объектом в личных целях. Это прописано водным кодексом. И 20-метровая полоса от берегового уреза, от уреза воды, это общедоступная полоса земли.